Attention, attention. Sensation, sensation. Внимание, внимание! Мировая сенсация. Выводы ученых о том, что бальзамировались тела умерших людей, не совсем верны. Несколько тысячелетий назад были забальзамированы тела живых людей. Attention, attention. Sensation, sensation. Бальзамический раствор был рассчитан на хранение тела в течение нескольких тысячелетий. Внимание, внимание, сенсация, сенсация. В разных странах мира замечены ожившие мумии. Я ехал. Нашим корреспондентам удалось встретиться с очевидцами. Многодетная мать везла своих детей в школу. Увидев мумию, переходящую дорогу перед машиной, она чуть было не попала в аварию. Детей своих не потеряла, семью. Ужас. У этих мумий они ожили. Другой свидетель, арабский шейх, был не на шутку напуган этим зрелищем. Нереально, непонятно, необъяснимо, этого не может быть. Долго еще шейху будет нужна психологическая помощь? Чуть не умер, они сюда придут, опасайтесь их. Наши ученые решили во что бы то ни стало исследовать этот феномен. Они отправились в дальний путь, чтобы встретиться с мумиями. Путь оказался очень трудным, силы наших путешественников были на исходе. Но пока им не очень везло, мумий нигде не видно. Завалив мумию вопросами о прошлой жизни, о современной цивилизации, мы установили, что мумии наша современность не понравилась. Помучившись нашей эпохой, мумии решили раскрыть секрет бальзама. Они уговорили наших ученых снова забальзамировать их хотя бы на пару тысячелетий, чтобы увидеть нашу планету спокойной, мирной, чистой. Проведя несколько дней над разгадкой формулы бальзама, применяя различные составы, сменивая всяческие компоненты при активной помощи мумии, ученые пытаются создать невозможное, нереальное. Желающие испробовать этот бальзам на себе, обращайтесь к ученым-химикам 9А класса.